К 10 годам лишения свободы приговорил Ашалынский районный суд Акмолинской области водителя грузовика Дмитрия Козлова, по вине которого произошло ДТП, унесшее жизни 16 человек. Среди пострадавших были и наши земляки. 19 августа прошлого года на автотрассе Алматы-Екатеринбург произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Житель Астаны, управляя грузовиком, груженным щебнем, двигаясь в направлении Астаны, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Астана-Караганда. При этом не удалось избежать столкновения и легковой автомашине Audi 100, в которой находились 4 человека. В результате аварии погибли 16 человек, более 20 травмированы. Водитель оставил место происшествия и с разрывом печени и селезенки обратился в больницу под другим именем. Государство вообще это где-то дело не следит. У нее там самолеты падают, они сразу бегают. А авария, автобус, 16 человек погибает. Никто ничего не знает, им все равно. Как так? Напомним, жертвы страшной аварии и родственник пострадавших обращались в редакцию новостей Первого Карагандинского. Возмущенные считают, что дело не движется с мертвой точки. Однако суд сегодня приговорил водителя автобуса по статье 296, часть 3, нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек, и статье 297, оставление места ДТП. В совокупности Козлов был приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.